Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Кто следит давно за моим каналом, тот помнит, что у меня был обзор умных смарт-часов Mobvoi TicWatch Pro 5. Теперь же состоялся анонс модели TicWatch Pro 5 Enduro, который представляет собой новую и самую продвинутую модель устройств линейки TicWatch. Так ли это, мы будем выяснять далее и обозревать. А сейчас немного об интересных особенностях данных часов. Это разработчики оснастили смарт-часы 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с функцией Always On Display. Экран поддерживает более 7000 циферблатов, а от механических повреждений его закрывает сапфировое стекло. Корпус водонепроницаем и защищен по стандарту MIL-TSTD 810H. За производительность в TicWatch Pro 5 Enduro отвечает процессор Qualcomm Snapdragon W5+, первой генерации, в сочетании с 2 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 32 гигабайта. Операционная система VirOS 3.5. На борту встроенный аккумулятор на 628 мА. Ампер-час, который обеспечивает до 90 часов непрерывной работы при использовании AMOLED-дисплея и до 45 дней работы с дуохромным дисплеем. Далее обо всем подробнее. Поехали! Начнем по традиции с комплектации и того, как поставляются данные смарт-часы. Упаковка и содержимое относительно прошлой версии TicWatch Pro 5 не изменилось. Все та же белоснежная прямоугольная коробочка, где на лицевой стороне изображены непосредственно сами часы с указанием модели и операционной системы. С обратной стороны указаны основные технические особенности, среди которых выделяют такие, как процессор Snapdragon W5+, первой генерации, вращающаяся кнопка и двойной дисплей. Все перечислять нету смысла, в любом случае далее мы об этом поговорим. Что касается комплектации, то это непосредственно сами часы с силиконовым ремешком, аналогично предыдущей версии. Далее достаточно длинный магнитный кабель для зарядки наших часов. Красочная и информативная инструкция на 11 языках, в том числе и на русском, а также правила безопасности использования. Собственно, на этом с комплектацией закончено, переходим к самим часам. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, алюминия 7000 серии и высокопрочного нейлона со стекловолокном. Предполагается, что это должно обеспечить устойчивость к случайным царапинам и позволить устройству длительное время сохранять хороший внешний вид. Также заявлена водонепроницаемость в 5 атмосфер и подходит для плавания в открытой воде. Защита соответствует военному стандарту MIL-TSTD 810H. Это значит, что часам по сути не страшна грязь, вода, перепады температуры, удары, вибрации, высокое давление и другие воздействия. С одной стороны, часы выглядят строго, но в то же время впишутся в общий стиль как с деловым костюмом, так и спортивным. Вес часов составляет 45 грамм без ремешка, с ремешком 76 грамм. Смарт-часы оснастили 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой разрешения 466 на 466 пикселей и функцией Always On Display. Экран поддерживает более 7000 циферблатов, а от механических повреждений его закрывает сапфировое стекло. В конструкции также имеется дуохромный FSTN-дисплей, использование которого существенно увеличит время автономной работы. Яркости экрана с запасом хватает для использования при любом освещении. Безель имеет зубчатый дизайн по краю, а заводную головку сделали немного больше и с другим рисунком по сравнению с TicWatch Pro 5. Съемный 24-миллиметровый ремешок в данной модели стал толще. Выполнен из фторокаучука, на ощупь приятный и мягкий. Длины ремешка хватит для большинства пользователей. На корпусе расположена вращающая заводная головка с тактильной отдачей и настраиваемая боковая кнопка. На обратной стороне расположились датчики и сенсоры. Что касается дисплея, диагональ достаточно большая для удобной навигации, а сенсорная панель отзывчивая и безупречно распознает все нажатия или свайпы. У часов два дисплея. OLED активен только при взаимодействии, а второй слой монохромный, обладает низким энергопотреблением и обеспечивает постоянное отображение информации. Количество отображаемой информации не в период занятий спортом радует. Помимо счетчика шагов и даты присутствует также заряд, пульс, активное подключение по Bluetooth и день недели. После нескольких секунд неактивности дисплей часов перейдет в режим энергосбережения. Панель станет монохромной и отобразится только самая важная информация. При этом основной цвет дисплея на поднятие запястья будет соответствовать вашей пульсовой зоне в данный момент. На борту TicWatch Pro 5 Enduro расположился компас, альтиметр, барометр, акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, датчик температуры кожи и еще много-много всего.
TicWatch Pro 5 Enduro построены на новой платформе Qualcomm. Внутри, как говорилось ранее, процессор Snapdragon W5+, с отличной производительностью. Интерфейс работает очень плавно. На протяжении, по крайней мере, всего тестирования никаких торможений, сбоев или резких переключений не было замечено. Что касается оперативной памяти, то здесь 2 ГБ и постоянная память 32 ГБ, из которых доступно 21 ГБ. Операционная система VeroOS 3.5. Тут, по сути, ничего не поменялось в сравнении с прошлой версией. Для настройки часов нужно установить приложение MobWatch Здоровье. Интерфейс программы не вызывает каких-либо вопросов. Все просто и доступно. Система навигации в меню приложения с разделением на три больших блока. Это статистика, устройство и аккаунт. Логично и понятно, какой раздел за что отвечает. Для смены циферблата нужно зажать главный экран, выбрать нужный и загрузить. У MobWatch также есть еще одно приложение собственного производства, так скажем, для их создания Time Show. В плане способа заряда и датчиков у часов нет нововведений. Скорость заряда за 30 минут восстанавливает 60%. А полная зарядка занимает около часа 10 минут. Важный момент. При активном использовании данных часов заряда хватает на порядка 3 дней. О режимах тренировок. Пользователь может получить актуальную информацию в ходе тренировок. Также реализована поддержка более 110 режимов тренировок для занятий в помещении на свежем воздухе. Начать тренировку легко, хотя иногда нужно подождать несколько секунд для точного определения вашего местоположения через GPS. Вы увидите самые важные показатели: длительность тренировки, скорость, пройденное расстояние, сердечный ритм и пульсовые зоны. Список доступных занятий длинный, но вы можете изменить порядок и расставить приоритеты в избранном. Немного важных особенностей. Это Bluetooth 5.2, наличие бесконтактных платежей Google Pay, NFC, Google Помощник, GLONASS, Beidou, Galileo, в общем, полный набор, как говорится. Присутствует также микрофон и динамик, благодаря чему можно совершать телефонные звонки прямо с запястья. Звук из динамика громкий и четкий, вы без проблем услышите голос собеседника. Впечатляет и качественное распознавание речи, использовать клавиатуру для ответа на сообщение не обязательно. Ну что, время подвести итоги. Теперь мы подходим к тому моменту, когда я должен ответить на вопрос, действительно ли это новые умные часы. Несмотря на некоторые небольшие изменения, TicWatch Pro 5 Enduro точно такие же, как предыдущие TicWatch Pro 5, вплоть до той же версии VeroOS. Тех же предустановленных приложений MobWatch и того же процессора, экранов и емкости аккумулятора. Но с другой стороны, TicWatch Pro 5 Enduro – отличные умные часы с длительным временем автономной работы, двумя хорошими экранами и самым быстрым чипом, который вы можете получить на сегодняшний день. По сути, MobWatch TicWatch Pro 5 Enduro является модификацией смарт-часов TicWatch Pro 5. Отличие Enduro является наличие сапфирового стекла для более лучшей защиты экрана часов. И еще ряд мелких изменений в дизайне. Что касается цены, то в среднем они стоят на AliExpress порядка 32 тысяч рублей. На различных маркетплейсах на момент записи видео я лично пока не встречал их. Друзья, хочу напомнить вам, что я создал новую группу ВКонтакте, а также канал в Telegram. Поэтому рад буду увидеть вас там. Залетайте, подписывайтесь и ознакомьтесь. Отмечу один момент, что все мои видео — это мое личное мнение и первое впечатление о тех или иных товарах, которыми я пользуюсь. Выражаю свое восхищение или недовольство ими и делюсь этим с вами, чтобы вы могли делать из этого какие-либо выводы. В общем, мои видео несут только ознакомительный и информационный характер, не более того. Чтобы у вас было представление о данных товарах и вы понимали, нужны ли они вам вообще. Друзья, понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Но обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.